Привет, мои друзья! Вы смотрите детский творческий канал «Воплощенные идеи» с оригинальными видео от автора. И я очень рада вас видеть! И вот закончился учебный год, и наконец-то наступает лето и долгожданные каникулы. Сегодня необычное видео, и сегодня будет конкурс, спонсором которого выступает самый популярный магазин кукол «Империя кукол». Если вы были в нем, обязательно пишите ваши впечатления в комментариях под этим видео. А для начала обрадую вас сногсшибательными подарками. Мяулоди и Пурсифона Зомби Шей. К сожалению, не самые часто выпускаемые куклы, но, несмотря на это, одни из самых интересных. Девочки-близняшки, поэтому они так похожи. Их наряды всегда в одной цветовой гамме, но это не значит, что они одинаково одеты. Их костюмы дополняют друг друга. Набор был выпущен в 2014 году короткометражному мультфильму «Монстры Хай» Зомби Шей. Кукла Хоулин 13 желаний со своим питомцем, ручным ежиком. Хоулин интересна тем, что она была первым персонажем маленького роста. Одежка обычных персонажей на ней висит, а в обуви большой зазор. На данный момент Хоулин из коллекции 13 желаний единственная выпущенная полноценным небюджетным образом. То есть у нее есть интересные аксессуары, сложная многослойная одежда и даже приятные мелочи, такие как колготочки и шапка. Поппи. Игра драконов. Кукла из мира Ever After High. Одна из дочек Рапунцель. В коллекции игры драконов были выпущены обе сестренки, но только Поппи стала эксклюзивом для магазинов Walmart. И она единственная, кто идет со своим маленьким дракончиком в наборе. Для остальных кукол драконы выпущены отдельно. И самое приятное, что для ваших новеньких кукол вы можете выбрать подарок по одному товару из моего магазинчика. Костюмы героев мультфильмов, костюм Леди Ба, кота Нуара, одежда Мейбл, Венди, парички, платье в стиле Леди Ба, костюм Вальпины и многое другое. Участвовать в конкурсе могут все страны мира, и пересылка подарков абсолютно бесплатна. А теперь про простые и легкие условия конкурса. Он будет проходить на трех площадках: YouTube, ВКонтакте, Инстаграм. И вы можете поучаствовать абсолютно на любой или на всех трех сразу. Победителя на каждой площадке ожидает супер подарок, о котором вы так долго мечтали и можете получить вот так просто. Для каждой площадки необходимо выполнить следующие условия. Для YouTube стать подписчиком моего канала «Воплощенные идеи», поставить лайк этому видео, оставить комментарий под этим видео. Для ВКонтакте стать подписчиком моей группы ВКонтакте, быть подписчиком группы ВКонтакте «Империя кукол», сделать репост записи с конкурсным видео к себе на страничку, то есть рассказать друзьям. Для Инстаграм стать подписчиком профиля магазина «Империя кукол», быть подписчиком моего профиля в Инстаграм, сделать скриншот фотографии с конкурсом, добавить его к себе в профиль и обязательно сделать подпись. Участвую в конкурсе от Embodied Ideas и Dolls Empires. Хэштег «Моя любимая кукла в коробке». Все условия, а также ссылочки продублированы в описании под этим видео, так что у вас обязательно все получится. Победитель будет выбран 20 июня случайным образом с помощью рендера. Следующим днем выйдет видео с результатами конкурса, так что скорее подписывайся, чтобы узнать о своей победе. До 20 июня пока еще есть время, и давайте зайдем в магазин «Империя кукол», чтобы полюбоваться и выбрать себе маленьких любимец. Я очень рада дружбе с этим таинственно-мистическим домом кукол и надеюсь, что вы обязательно сделаете свой выбор именно там. Обязательно зайдите в описание под этим видео, чтобы правильно выполнить все условия конкурса. И мне очень не хочется с вами прощаться, но придется сказать. До новых встреч и пока-пока!